Ты снимаешь уже, нет? Да. Ну, ты же говоришь. Привет. Друзья, всем привет. Мы в Киеве на гидропарке. Взяли попробовать каноэ. Свеженькое каноэ, которое пришло к нам из-за далека, из-за бугра, из Америки. Я бы сказал, что в принципе оно довольно-таки устойчивое, несмотря на посадку вверху. Я вот так вообще сижу. Да нормально. Тазик тазиком. Короче, отличное то средство для похода. Сюда можно загрузить немерено снаряги. Но если оно перевернется, то вся снаряга будет мокрая. Шмазанки. Да ты что, ну ты же понимаешь, чем ты больше загрузишь дно, ну да, тем меньше вероятности, что что-то пойдет не так. Bird on a tree. Лёша попросил снять видео, как он их ведёт по технике на каноэ. Ага. Первый раз и уже по технике. Ну так а что? Нас же Зак научил. Говорит, вы прошли мой курс. А этот курс значит, что его можно применять как каноэ, так и к сапу. Принципы одни и те же. Повороты, подтяжечки. А мне вообще хорошо, я тут сижу, балдею. Мне даже ветрено. Центр Киева, центрее некуда. Да, это центр? Да. Там за нами Светогорская лавра. Да, видишь, это стадион этот центральный. Динамо. А, это в смысле тут Мариинский парк, да? Да, тут, да. Ага, я поняла, тут Верховная Рада там. Здание, там вот это Арсенальная, вот там ага. Вот лавра. Немножко там и Подол, да? Да, ну потом дальше. А там лавра и Родина-мать. А это какой мост через гидропарк? Это мост метро. Мост метро? А, ну да. Ну да, здесь тоже такая открытая местность. Ну что, тут островов у них гораздо больше, чем у нас. Да, конечно. Все на островах. Да, все на островах. Крупняк. Ты включила? Ну, конечно, оно уже... Мы ведем прямой репортаж с этого события. А мне в каноэ на Киеве, в Киеве, каноэ, на Днепре. В центре Киева, на Днепре. Первый раз у нас на каноэ. Открытая фиксировка двухместного каноэ. Со всеми выпускаемыми. Сижу я сейчас неправильно, сидеть нужно вот так. Ой, вот так и вот так. Ну на бурной реке так, наверное, не надо. Чего? Чтоб контролировать трудно. Ну тяжеленько, как-то не знаю, на каяке намного проще. Ну так, а тут же литражность такая. Ну да, она такая посудина побольше. И, как это сказать, пошире. Офигенная тема. Там вообще по течению подруливаешь. Единственное, что если бодрые каякеры, то ты, конечно, на каноэ за ними не догонишься. Конечно, не догонишься. Если не слышно, то Леша говорит, что он если на каяке, нет, то мы нет, за ними не догонимся. Грузишь полностью каяк, садишься посредине и ведешь каякер с тем веслом. Ну, такое. Тогда на инерции ты можешь это сделать. Тяжело. Справа у нас такой отельчик. Отель Ривер. Бакада. Слушай, а весла, интересно, они плавают, да? Ну, дерево. А, ну да. Дерево плавает. Там мы видим вон каяки. Такая ветреная. А, ты меня забрызгал!
запрыгал. Ладно. Это Кепр, когда запрыгал. А, я чуть не упустила его. Что, одиночка, да? Вот тебе каяк поддержки. Вернее, каноэ. Нормой понравилось? Шикарно. Грузишь корму, набиваешь сюда всю снарягу. Точно. Это как альтернатива, если маршрутка поддержки не идет, то в принципе вариант хороший. Давай мне мои тапсы. На. Благодарю. Без слота возьми, пожалуйста. Ага. Красиво. Только давай мы в дерево сейчас режемся. Левее бери. Вот теперь правее бери. Видно, что у меня на этом, на коленке. Видно? Дерево такое. Угу. Классное дерево. Да? Не знаю. Гребли. Где тут течение? О, течение. Камни тут такие модные. Пляж на острове. Налево. Ух, какая капуста тут. Капусти.
разбирается. Да? Да нет. Мы... Давай сейчас слева чуть-чуть. Вывернула? А. Ну давай. Справа дуговыми. Справа дуговыми. Заворачивай. Там еще и ветка снизу. Все, сейчас выйдем. Ну вот это, считай, один, типа, похоже, что-то на завал. На орели, конечно. Мы тогда, по-моему, под вот этим проходили, а того не было. Чего это? Не, было. Было. Видишь, вода упала. Ну и что? А то мы проплывали под Не, ну я проходил под ним, да. Но многие тогда уже вправо уходили. Ой, там тарзанка. Сейчас пойдем слева под деревьями. Угу. Пойдем слева под деревьями. Тоже не помню. Что это все новое. А мы слева проходили просто. Мы слева проходили? Да. Добрый день. Добрый день. Нас тоже снимают. А? Вас не. Красиво. В мангровых лесах, да, идем? Сними водичку. Прям болит? Сверху, да. Этот мелячок сними. Да, красиво. Там рыбка, по-моему. Тут все красота. Знаешь, камеру тоже тяжело держать. Ну все, выключаем. Мы прошли красивый участок. Так. По каноэ. Сзади садится самый массивный участник. Потом спереди садится второй по весу взрослый. Сюда третий по весу взрослый. И сюда садится либо два ребенка небольших, там до 10 лет максимум. Либо один подросток, ну там до 60 килограмм. Ну и, в принципе, как вариант, можно здесь устраивать пикник, какое-то там свидание. Ты пересел сюда, она пересела сюда, достал тут бокальчики, что-нибудь игристое, вкусненькое, полусладкое, безалкогольное обязательно. Фрукты, овощи, баклажаны, ну, кто что по вкусу любит. И как бы пару свечек, но только не горючих, а каких-нибудь искусственных. Ну, в принципе, все, выходишь куда-то на середину реки, забуриваешься в поле кувшинок, и романтика готова. На фоне огней города у вас полноценный свой остров, на котором можно классно отдохнуть.
Куда вы разворачиваете? А что надо рубить? Ну, там идёшь, не твора. Как нам подстроиться? Вот так нормально. Сейчас... О, хорошо. Ну как вам? А? Говорю, все получилось? Шикарно. Абсолютный рекорд круга. Я да? Даже не знаю, сколько, конечно. Что, быстрее, чем на каяке? Ну, видишь, водички немного наловили, а там волна хорошая. Ага. Миха, ты как? Встал, крючки немножко. Да. Они гребли, как на вижене. Я сказал, ты же это. А я прищу. А я не греб. А потому что Жека на гриб, то он мог, Миха устал. Жека темп задавал. Танцевать можно, Миха, да? Да, это надо под музыку. Сложно? Надо на йогу. С нами не ходил. Оно что такое знакомое? Все одинаковое. А кстати, оно поменялось сейчас. Идем по самарским плавням. Классно. Солнце офигенное. А мы идем на каноэ. Галя, как тебе нравится? Да, прекрасно. Да? Новый опыт. Да. Я в каноэ, знаешь. В каноэ не считаю собаки. Где собака наша? Вот, блин, собаку забыли. Где собака? Не видели собаку? Уплыла. Каноэ потеряла собаку. Ну как это трое с каноэ не считая собаку? Ну что? А что, устойчивая у вас лодка? Очень устойчивая лодка. У нас каноэ. Давай проверим. Не хочу. Ну вот так вот сделай. Ну, вот, смотри, мы делаем. Не надо! Стойте, ну прекратите! Слушай, ребята, я же стою, наверну. Витя, наверни, он предложил. Она же очень устойчивая. Покажи еще раз. Галя, это скажи спасибо, что с нами не Витя сидит. И сзади. Мы уже направили парковку. Красота. Проходим мостик. Да, я помню этот мостик, я ходила под ним. Ой, Диха, привет.
Ой, утки. Да, да. Не знаю, посмотрим сейчас. Что там смешного, расскажи мне. Я говорю, что Миха как гондольер. Ему надо еще шляпу такую. Ах, сомбреро. Проходим мимо монастыря, да, но здесь уже не были. Знаешь, как он называется, не? Мужской монастырь? Да. Мужской точно монастырь. Кстати, да, где была забор? О, как забор такой приличный делает. Вообще ворота, ты видишь, как прикольно. Мы идем дальше. Где-то на пути к обеду, а пока на пути к тому шоу. Хорошо тебе впереди иметь камеру. Можно съехать на то, что не вести. Да, я не помню, что такого и персика, и смотри, какой, да, покрашенный. Это такое прикольное. Так, надо фоточку снять.